Дорогие коллеги, Ассоциация врачей первичного звена рада приветствовать вас на сайте. Представляем новый осенний цикл вебинаров. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.00. Курс «Детская неврология». Читает Валерий Петрович Зыков. 15.30. Курс «Неонатология». Читает Андрей Леонидович Заплатников. 16.00. Курс «Нефрологии». Научный руководитель Станислав Викторович Мальцев. 16.30. Курс «Организация здравоохранения». Читает Роман Викторович Горенков. Руководители наших циклов – это ведущие специалисты в своих областях. Помучайте их своими вопросами и задавайте их через окно «Вопрос лектору». 17.00. По субботам – курс «Нутрициология». Лекции читает Сергей Евгеньевич Украинцев и его коллеги. По воскресеньям – курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель Анатолий Анатольевич Стримоухов. 17.30. Курс по кардиологии. Читает Надежда Леонидовна Власова. 18.00. Курс «Актуальные вопросы оторинолорингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 18.30. Курс «Дерматология для врачей общей практики». Читает Евгения Афанасьевна Шатохина. Совершенствуйте свои знания на нашем портале. Учиться с нами всегда легко и просто. 19.00. Курс по общей врачебной практике. Читает Анатолий Анатольевич Стримоухов. 19.30. Курс «Гастроэнтерология». Ведет Владимир Ильич Симоненков. Регистрация доступна на сайте www.edu-serano.ru. С осени 2022 года на нашем портале появился отдельный блок вебинаров по хирургическим специальностям. Следите за расписанием на сайте. Также по пятницам в 18.00 выходят выпуски цикла вебинаров «Клинические рекомендации» с Андреем Леонидовичем Заплатниковым. Приглашаем вас присоединиться к нашему традиционному партнеру Ассоциации педиатров на сайте EduPediatrics, научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. До встречи в выходные! Уважаемые коллеги, Ассоциация все равно предлагает вашему вниманию новый цикл вебинаров, посвященный хирургическим специальностям. 15.00. Курс «Детская хирургия». Научный руководитель Карасева Ольга Витальевна. 15.30. Курс по хирургии для врачей первичного звена с Благовесновым Дмитрием Алексеевичем. И курс по эндоскопической урологии с Шатохиным Максимом Николаевичем и Борисенко Геннадием Георгиевичем. 16.00. Курс по стоматологии от ведущих специалистов области. Присоединяйтесь к трансляциям на сайте EduSerano. Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала.
Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш Сирано. Уважаемые коллеги, добрый день. Ассоциация врачей первичного звена Сирано вместе с Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования продолжает цикл лекций, посвященный самым актуальным проблемам медицины. Это и детская неврология, нефрология, нутрициология и многие другие специальности. Надо сказать, что среди этих специальностей вот наша нефрологическая такая секция, программа, направление, оно работает уже не первый год, не первый семестр, и поэтому в течение первой половины 2020 года мы провели достаточно большую работу по организации чтения лекций по самым актуальным проблемам педиатрии. Это и современные проблемы детской нефрологии, причины гематурии, нефротический синдром, другие все формы гломерулонефрита, почки и COVID-19, острые повреждения почек, артериальная гипертензия и так далее. Если вы хотите еще раз прочитать, посмотреть эти лекции, прослушать, или вы их вообще не слушали, есть возможность их к ним вернуться. На сайте вы должны ввести поисковый такой вот адрес www.edu-sirano.ru и там найти образовательные мероприятия, онлайн-трансляция и прошедшие вебинары. Это достаточно легко сделать, и эти вебинары можно снова посмотреть или впервые вы смотрите, значит, можно с ними познакомиться. Мы планируем на второе полугодие 2022 года довольно большой перечень тех тем, которые мы считаем актуальными и нужными. Это, опять-таки, для врачей и первичного звена, и стационарного звена будет лекция по интерпретации общего анализа мочи, современные взгляды, клинические варианты, клинические случаи. Несколько лекций будет посвящено инфекции мочевой системы, эволюции представлений, трудности диагностики, лечения. Гемолитический уремический синдром вы услышите, тубулопатия у детей, различные варианты, микробиом мочи. У нас отдельная лекция будет посвящена тем методам лучевой диагностики, которые используются в детской нефрологии, начиная от УЗИ, кончая компьютерной томографией, изотопными исследованиями. Далее будет лекция о наследственных орфанных заболеваниях. Ну и у нас запланировано несколько лекций по энурезу у детей, расстройствам мочеиспускания и нейрогенному мочевому пузырю. Лекции будут читать доктора медицинских наук и кандидаты медицинских наук, профессора и доценты кафедр из Москвы, из Минска, из Казани, Ярославля и Иркутска. Итак, по субботам и воскресеньям в 16:00 начнется цикл лекций во втором семестре этого года. Регистрация всех слушателей на сайте Ассоциации врачей первичного звена. Здесь указан вот этот адрес, я еще раз повторю, www.edu-sirano.ru. Надо сказать, что на этом сайте также мы подготовили несколько новых статей, достаточно много уже, не несколько, а много статей, которые являются актуальными для всех нефрологов. Это статьи, которые опубликованы в зарубежных и отечественных нефрологических журналах. Мы перевели их на русский язык для облегчения восприятий. И вы сможете на русскоязычные такие вот тексты прочитать и познакомиться и по применении антибиотиков при инфекции мочевых путей, и вопросы детской трансплантологии, COVID-19 и почки, применение антибиотиков и многие другие, так сказать, аспекты. Ну а сейчас я хочу несколько в короткой форме познакомить вас с теми актуальнейшими задачами, актуальными проблемами, которые волнуют всех нефрологов и которые имеют колоссальное клиническое значение.
Начну с того, что 22-й год и 10 марта объявлен Всемирным днем почки. И более того, весь 22-й год назван годом здоровья почек для всех. Цель этой акции – преодолеть пробел в знаниях, чтобы улучшить помощь больным с патологией почек. Почему это так важно? Потому что на сегодня хроническая болезнь почек распространена и опасна. Всемирная организация здравоохранения и все другие организации, которые занимаются исследованиями и оказанием помощи больным с патологией почек, пишут о том, что каждый человек, один человек из 10 взрослых во всем мире имеет хроническую болезнь почек. У детей распространенность хронической болезни почек оценивается 2,7 на 1000 детского населения, хотя на самом деле многие заболевания почек, молчащие и пока еще не очень хорошо диагностированные, могут встречаться значительно чаще. Еще одним аспектом, о котором я хочу вам сегодня сказать, это очень важный компонент нашей жизни, это переход на новую классификацию ВОЗ, классификацию, международную классификацию болезней 11-го пересмотра. Мы переходим на эту международную классификацию с 1 января 2022 года. МКБ-11 – это новая совершенно система. Она создана для кодирования признаков, наблюдений, заболеваний, редких и наиболее часто встречающихся, медикаментов, оценки тяжести, состояния и так далее. Она, эта МКБ-11, увязывает клиническую терминологию со статистикой. Надо сказать, что она выпущена в полностью электронной форме, содержит огромное количество диагностических категорий, около 17 тысяч, и включает более 100 тысяч диагностических индексных терминов. Вообще, знакомство с ней, оно, конечно, для нас очень важно и интересно, но пользоваться ею будет пока, наверное, сложно, надо к этому привыкнуть. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира вводить МКБ-11 с января 2022 года, однако из-за сложности процедуры переходный период ВОЗ продлил до 2027 года. Возможно, в России мы справимся с этим процессом значительно быстрее, потому что распоряжением правительства Российской Федерации в конце прошлого года, 15 октября, утвержден план мероприятий по внедрению МКБ-11 на территории России до 2024 года. То есть у нас осталась уже часть 2023 года, 2022 года и 2023 год. Классификация международная МКБ-11, она немножко отличается от МКБ-10, к которой мы привыкли. Здесь включены и заболевания женской половой системы, мужской половой системы, заболевания молочной железы, патологии в целом всей мочеполовой системы и так далее. Также все болезни делятся на гломерулопатии, это нефритический синдром, нефротический синдром, альбуминурия, другие уточненные болезни клубочков, то есть вариант гломерулопатии, об этом сейчас мы будем говорить в одной из лекций вот осенью. Ну и, конечно же, почечные тубулоинтерстициальные заболевания, это острый тубулоинтерстициальный нефрит, острый пилонефрит и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Надо привыкнуть к этой градации, и шифры будут совершенно другие. Говоря об актуальных проблемах, я вернусь к хронической болезни почек, потому что хроническая болезнь почек стала ведущей неинфекционной причиной смертности во всем мире. Достаточно сказать, что только за последние 5 лет смертность от этого заболевания увеличилась на 41,5% в мире. Это очень значительное увеличение, и последние, особенно десятилетия, вот конец прошлого века и начало этого века, они делают эту проблему чрезвычайно актуальной, потому что увеличивается количество больных на десятки процентов. Говоря о причинах заболевания почек, я хочу обратить ваше внимание на то, что почка и вся мочевая система, она начинает формироваться еще на этапе эмбриогенеза, буквально через 2 недели после имплантации. Уже на 3-й неделе эмбриогенеза начинается формирование почек, мочевой системы в целом, и поэтому в течение всего периода нахождения в условиях материнского организма ребенок имеет прогрессирование
развитие, формирование отдельных органов и систем в течение всего этого 9-месячного периода беременности. На сегодня есть понятие, которое является очень важным в связи с хронической болезнью почек. Это долгосрочные почечные исходы, потому что на количество нефронов, на их функцию влияют очень многие заболевания, и прежде всего, я не случайно начал с эмбриогенеза, это материнские заболевания. Они могут быть связаны или не связаны с беременностью. Хорионит и последующие заболевания почек у младенца – это очень частая ситуация, и мы должны об этом помнить, потому что, зная о том, что у женщины имеется хронический воспалительный процесс, леченный или недолеченный, то вероятность поражения почек она очень высока. Оказывает огромное влияние разнообразные лекарства на организм будущей мамы, на беременной и даже до еще беременности. Еще очень важные факторы – это алиментарные нарушения, дефицит белка, токсиканты в пище и воде, микроэлементы или самые различные причудливые диеты, которые на сегодня мы тоже имеем. Это веганские диеты, это средиземноморская диета, это диета Аткинса и многие-многие другие. Они тоже, нельзя считать их полностью, компенсируют те потребности, и поэтому они могут оказывать влияние на формирование мочевой системы. Если у женщины имеется другая патология с развитием окислительного стресса, тоже очень важный фактор развития мочевой патологии, и преждевременные роды, и недоношенность. Вот эти данные, которые опубликованы буквально в июле 2022 года, все-таки материнские заболевания ставят на первое место как фактор развития почечной патологии. Очень интересные данные опубликованы в этом же году японскими исследователями. Они провели очень интересную работу о влиянии хронических заболеваний матери и врожденных аномалий почек, мочевозящих гутей у потомства. И они изучили диагнозы у матерей и детей, у 100 тысяч детей проводили в 15 исследовательских центрах Японии. Они установили совершенно удивительный факт о том, что такие состояния, как заболевание почек у матери, новообразование у матери, оказывают влияние в 1,5-2 раза чаще, оказывается, формирование какут, врожденной аномалии мочевой системы. Причем они могут быть как только лишь почечные, без экстренальных проявлений, а может быть и осложненный какут с экстренальными аномалиями, и тут огромное значение имеет сахарный диабет. Сахарный диабет у матери увеличивает возможность развития врожденной патологии почек и экстренальных аномалий в 3 с лишним раза. Это очень важный фактор, потому что количество больных с сахарным диабетом на сегодня у нас достаточно велико. Не могу не сказать и совершенно новых данных о том, что в практике акушер-гинекологов используется большое количество лекарственных средств для оказания помощи матери, будущей матери, женщине, при наличии функциональных маточных кровотечений, при угрозе прерывания беременности, при привычном выкидыше, при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению и так далее, и так далее. То есть перечень заболеваний, которые прогестерон-зависимые заболевания относятся, он достаточно велик. И вот исследования, которые проведены в Израиле, они показали очень тревожную ситуацию. Эти данные привел профессор Ди Деренцо, знаменитый профессор итальянский, на конгрессе акушер-гинекологов в Москве. И он привел следующие данные о том, что применение назначения беременным женщинам дидрогестерона увеличивает патологию со стороны плода. Это бывает и на 56% увеличивается гипосподия, крипторхизм, почечная дисплазия в 2 с лишним раза увеличивается, различные патологические аномалии, патологические отклонения со стороны сердечной системы, спина бифида увеличивается в 2 с лишним раза и так далее, и так далее. Это очень тревожный признак, к которому мы должны прислушаться. Эти официальные данные сейчас распространяются, так сказать, в мире. Следующая проблема, которая приводит к патологии почек, это, конечно же, рождение новорожденных с различной массой при рождении, особенно это не маловесные дети. Каждый 6-й у нас сейчас в стране, в России, это ребенок с массой, рождающийся менее 2,5 килограмм. А дети, рождающиеся меньше
1500, то есть с экстремальной и очень низкой массой, их достаточно много, более 20 тысяч, и они проходят этап реанимации. Причем число таких недоношенных детей за последние годы увеличилось на 10-15%. Это огромное количество детей, которые проходят, повторяю, через реанимацию. Есть интересное исследование о том, вот статья в журнале «Педиатрия и детская нефрология», она пишет о том, что прогресс неонатологии приводит к тяжелому врожденному дефициту нефронов. Дело в том, что современные технологии в уходе за новорожденными, медикаменты, манипуляции, неадекватное питание, они увеличивают риск сопутствующих заболеваний у выживших недоношенных. Последствия преждевременных родов и задержка внутриутробного развития, оно проявляется патологией органов дыхания, нервной системы. Это явные признаки, мы это хорошо знаем. А вот обычно клиническое молчание, в кавычках, почек, имеет очень долгосрочные почечные последствия у детей с низкой массой тела при рождении. Оно проявляется иногда персистирующим мочевым синдромом, и почки, как говорили старые терапевты и нефрологи, почки – терпеливый и молчаливый орган. Поэтому обращать внимание на раннюю диагностику, раннее выявление патологии сотрудно-мочевой системы – это очень-очень важно. И вот статья, эта, о которой я говорю, она опубликована в 2022 году, она буквально тревожна очень по своим результатам, и мы об этом тоже должны помнить. Еще очень важный аспект, о котором я хочу сказать, это важность структурных аномалий почек. Дело в том, что инфекция мочевой системы сама по себе, которая встречается, как мы знаем, очень часто, она как основная причина хронической болезни почек крайне мала. В основном причиной хронической болезни почек бывают структурные аномалии почек. И это очень важно четко разделять, потому что инфекция мочевой системы, она несет очень небольшую такую опасность развития хронической болезни почек и артериальной гипертензии. Важна структурная аномалия почек – дисплазия, гипоплазия и так далее. Такая же ситуация в отношении пузырно-мочеточникового рефлюкса. Остается он фактором риска инфекции мочевой системы, но врожденные аномалии почек и мочевыводящих путей играют более важную роль как причину отдаленных последствий, чем пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Поэтому дисплазия почек, выявление дисплазии почек с использованием самых различных методов диагностики, о которых вы знаете, о которых у нас будет лекция, специально посвященная этому, это очень важный аспект. Методы, которые используются в нефрологии для диагностики патологии мочевой системы, они очень разнообразны, а очень информативны. Плодокомпьютерные томографии, изотопные исследования, не говоря уже об экскреторнографии, ультразвуковых методах исследования, они очень важны. Надо сказать, что методы исследования первого уровня для того, чтобы выявить патологию почек на раннем этапе, они доступны врачам первичного звена. Это анализы мочи общие по Нечипаренко в динамике. Обязательно надо изучать, смотреть ритм мочеиспускания. И если даже у ребенка в разовой порции вы узнаете, что у ребенка, положим, 4-5 лет, разовая порция 200-250 мл, это же уже формирует диагноз нейрогенный мочевой пузырь с возможным развитием и другой патологии, не только мочевого пузыря, но и почек. Проведение, конечно, урофлометрии, биохимическое исследование и парциальные функции почек – это то, что доступно на первичном обследовании этого больного. А сейчас мы приступим к тем лекциям, которые мы запланировали на этот второй семестр 2022 года. Я с удовольствием предоставляю слово доктору медицинских наук, профессору Байко Сергею Валерьевичу. Он профессор Минского медицинского университета, кафедры педиатрии. Его доклад называется «Дифференцированный подход к интерпретации общего анализа мочи». Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня буду говорить вроде бы о очень простой теме, да, интерпретации общего анализа мочи. Но на самом деле, думаю, что кроме общей информации, вы сегодня узнаете и достаточно новую, свежую, особенно что касается дифференцированного подхода к интерпретации этого самого общего анализа мочи. Вы видите на экране анализ мочи одного из детей, и вот быстренько пробегите по нему и посмотрите, где вы видите патологию.
Ну, поскольку времени нету, я вам покажу это. Мы видим, что это общий анализ мочи, где цвет в виде мясных помоев, она мутная, имеется глюкозурия, имеется протеинурия, также кетонурия, и имеются зернистые цилиндры и эритроциты в большом количестве. Мы сегодня поговорим о всех свойствах мочи, начиная от физических, потом химических, и закончим микроскопией. И я постараюсь сегодня в ходе своей презентации демонстрировать клинические случаи так, чтобы было понятно прямо на клинических примерах, как необходимо интерпретировать эти самые анализы мочи. Первое и самое главное – это правило сбора мочи. Идеально собирать мочу в стерильный контейнер, хотя для общего анализа мочи это не обязательно. Если есть чистая сухая баночка, можно собирать в нее. Но сейчас уже модно покупать готовую тару в аптеке и туда собирать мочу. Перед сбором мочи следует провести гигиеническую обработку наружных половых органов. При этом не рекомендовано использовать антибактериальные и дезинфицирующие средства. Их следует использовать в том случае, если мы сдаем анализ мочи на посев. Для детей нужно придерживаться следующих правил. Если это девочки, то необходимо подмывать в направлении спереди-назад. И мылом моют только кожу, поскольку при попадании на слизистые возникает раздражение и сухость, и зуд. У мальчиков, особенно детей до 3 лет, головка полового члена сращена с крайней плотью, так называемый физиологический фимоз. Поэтому не рекомендуется насильно открывать головку полового члена, так как это ведет к травматизации нежной ткани. Нужно лишь слегка оттянуть кожу и промыть водой. При этом струю не следует направлять на выход мочеиспускательного канала. Для общего анализа мочи, как правило, собирают первую утреннюю порцию мочи. И следующий момент очень важный. Используется средняя порция мочи для оценки общего анализа. При этом необходимо следить так, чтобы контейнер не касался кожи и слизистых. Для новорожденных и грудных детей разработаны специальные мочеприемники, и не следует использовать мочу, выжатую из пеленки или памперса, поскольку пеленка или памперс является фильтром для микрочастиц, которые есть в моче. Итак, первый параметр, который мы оцениваем в общем анализе, это цвет мочи. Идеально это соломенно-желтый. Ну, может быть, бледно-желтый и насыщенно-желтый. И на данном слайде мы видим, что чем темнее моча, тем это говорит о степени обезвоживания или дегидратации. Да? И насыщенно-желтый цвет бывает при тяжелой дегидратации. Каким же еще бывает цвет мочи? Бледный или бесцветный – это цвет мочи, когда имеется сильное разведение и низкий удельный вес. Такое мы можем встречать у пациентов с несахарным диабетом и преддиализными стадиями хронической болезни почек. Также это может быть связано с употреблением большого количества жидкости, объемной инфузионной терапией, использованием диуретиков. Темно-желтый цвет, как мы уже говорили, это может говорить о повышенном удельном весе, у высокой концентрации желчных пигментов и может наблюдаться у пациентов с олигурией или снижением диуреза на фоне рвоты, диареи или лихорадки, а также при недостаточном приеме жидкости может отмечаться такой цвет мочи при приеме ряда лекарственных средств, таких как витамин С, витамины группы В и нитрофураны, в частности фурагин или фурамак. Очень редко, но бывает и красный цвет мочи. И в первую очередь я хочу обратить ваше внимание, что если такой цвет мочи появляется без каких-либо клинических признаков, вы всегда подумайте или спросите у пациента, что он кушал, потому что наиболее часто это связано с приемом в пищу свеклы, ну, реже вишни, ежевики или красных красителей, да? Реже лекарственных средств, таких как амиодарона и фенолфталеина. Реже красный цвет мочи встречается при патологических состояниях, но, как правило, это сопровождается какими-то еще клиническими проявлениями. Это может быть эритроцитурия, гемоглобинурия, миоглобинурия, порфириноурия или уратурия, которые могут наблюдаться на фоне мочекаменной болезни при травме,
органов мочевой системы при инфаркте почки, при гломерулонефрите, в частности, остром постинфекционном или остром постстрептококковом гломерулонефрите. Моча мясных помоев, это тот слайд, с которого мы начинали, он, кстати, вот характерен для гломерулонефритов именно постинфекционных. И такой цвет придают и моче измененные эритроциты. Также она может быть оранжевого цвета за счет уратурии, которую можно наблюдать у новорожденных деток на фоне мочекислого инфаркта у новорожденных, когда отходят кристаллы мочевой кислоты. Также такой же цвет придает моче рифампицин. Редко, но бывает и такой цвет, как темно-коричневый или цвет пива за счет уробилиноген-урии или билирубин-урии. Билирубин-урия еще придает такой зеленоватый оттенок. Когда мы это можем наблюдать у пациентов с различными видами паренхематозных гепатитов, то ли там вирусный, токсический, лекарственный, аутоиммунный, на фоне гемолитической анемии и на фоне механической желтухи. Реже такую мочу можно наблюдать при приеме в пищу репня или таких лекарственных средств, как трихопола, листьев или экстракта сенны. И последняя группа цвета мочи, с которой мы можем встретиться, правда, очень-очень редко. Я, честно, в своей практике никогда с этими цветами не встречался, но они описаны в литературе. Черный цвет может наблюдаться при гемоглобинурии и гомогенизинтизиновой кислоте, которая наблюдается при таком редком состоянии, как алкаптонурия. А вот гемоглобинурия может быть при острой гемолитической анемии, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Голубой цвет может придавать индикан и метиленово-синий. При проведении ряда диагностических процедур, когда используется метиленово-синий, он выводится в основном с мочой, и вот он придает такой цвет мочи. Очень редкий цвет – это розовый. Никогда не видел, но вот в литературе есть. Этот вот розовый цвет придает красный пигмент продигиазин, который вырабатывается Serratia marcescens. Это микроорганизм может расти или появляться в организме у пациентов с иммунодефицитными состояниями. Следующий параметр, который мы оцениваем, это прозрачность мочи, и она может быть полная, неполная или иногда пишут мутноватая, да, и мутная, что придает муть моче. Здесь идут признаки от наиболее частых к наиболее редким. Это лейкоцитурия или пиурия, это бактерии, это соли, это слизь, эпителий, эритроциты и жировые капли. И родители иногда говорят, что вот ребенок помочился, и вот моча прям вот мутная, да, сразу мутность мочи могут придавать после микции это лейкоцит, наличие лейкоцитов, бактерий и фосфатов. И я вспоминаю своего одного из пациентов, девочку, которой было 4 года, которой был пиелонефрит, с ним успешно справились, и прошел, наверное, месяц, родители звонят в Франции, что вот, Сергей Валерьевич, вот такая проблема, вот проснулись, моча поставила в баночке, стала мутная, мы вот не знаем, что делать, куда бежать. Всегда необходимо помнить такое правило. Если появляется какое-то помутнение и нету никаких клинических признаков, ни дизурических явлений, ни температуры, ни там болей в животе или спине, всегда должны задуматься о наличии солей. И такие соли, как урат и оксалаты, часто выпадают в виде осадка, именно когда моча постоит какое-то время при комнатной температуре. Ну, действительно, эти родители привезли мочу в клинику, и оказалось, что у ребенка урат в большом количестве, и никакого рецидива острого пиелонефрита не наблюдалось. Ну вот, я привожу примеры. При остром пиелонефрите описана слабомутная моча, да, и мы видим, что она, мутность за счет лейкоцитов, которые есть в большом количестве, и бактерий, ну, небольшое количество белка. А вот второй анализ, мы видим, что моча мутная, и здесь из всех показателей, что мутность связана с наличием оксалатов в очень большом количестве, это 4 плюса, максимальное количество. Ну, в данном случае это ребенок был с первичной гипероксалурией первого типа. Следующий параметр физический свойств мочи – это pH мочи, которая может быть кислая, может быть нейтральная и щелочная. Вообще нормальная pH мочи слабокислая, в среднем это шестерка, да? Но колебания бывают от 5 до 7 в зависимости от диеты. Однако бывает и ситуация, когда имеется щелочная моча,
Когда ребенок, например, принимает порос бикарбонат натрия или инфузионная терапия проводится бикарбонатом натрия, у пациентов, у которых в пище преобладают растительные продукты, вегетарианцы, при алкалозах различного генеза может быть, а также очень часто именно щелочная моча бывает при инфекции мочевых путей. И также сильная кислая моча, когда кислотность опускается до цифр 4,5-5,5, это может быть у пациентов с сахарным диабетом, но чаще всего при наличии у ребенка ацетоза или метаболического, или респираторного. Следующий параметр, который всегда оценивается в общем анализе мочи, это относительная плотность, которая определяется способностью почек к концентрации и разведению мочи. Дело в том, что первичная моча, которая фильтруется в капсуле Шумлянского Боумана, имеет удельный вес 1008-1010. И почки могут разводить или концентрировать первичную мочу, вырабатывая окончательную мочу с относительной плотностью более низкой или более высокой, чем 1010. И вот диапазон колебаний удельного веса мочи. И в зависимости от этих цифр выделяют гипостенурию, изостенурию, нормостенурию и гиперстенурию. Гипостенурия – это когда моча меньше, чем 1008. Изостенурия – если она соответствует уровню первичной мочи, норма стенурии – это 1011-1030, и гиперстенурия – это когда 1030. На плотность, удельный вес мочи может влиять как глюкоза, так и белок. Мы видим степень повышения удельного веса в зависимости от значений глюкозы и белка в моче. И здесь также хорошо представлено, что чем более дегидратированный ребенок, тем у него выше удельный вес мочи. Если у нас возникают вопросы о том, что у ребенка нарушена концентрационная функция, у нас есть такая проба в арсенале, как проба Земницкого, которая позволяет нам оценить способность почек на концентрацию и разведение мочи, а также оценить соотношение объема дневного и ночного диуреза. Напомню методику, очень простая, каждые 3 часа ребенок мочится в отдельную баночку, таких порций 8. У детей, которые младшей возрастной группы, может быть свободная проба Земницкого, свободный график, то есть каждое мочеиспускание происходит в отдельную баночку, не привязанная к этому трехчасовому интервалу. И в каждой порции измеряется удельный вес мочи и ее объем. Хочу подчеркнуть, что у детей удельная относительная плотность мочи изменяется с возрастом, и мы видим, что, например, у детей до 6 месяцев жизни практически очень низкая концентрационная способность, и плотность мочи составляет всего лишь 1002-1004. Как же мы будем оценивать эту самую пробу? Для нас важны три момента. Вообще проба Земницкого, она, скажем так, изобреталась с целью оценки именно концентрационной функции почек. Поэтому первое, что мы оцениваем, это наличие максимального удельного веса среди всех тех проб, где измерялся удельный вес. И если есть хотя бы одно из значений в 1018 или 1020, одни авторы дают цифру 1020, одни 1018, мы, честно говоря, в своей практике ориентируемся на 1020. Если такая цифра есть, значит, у ребенка сохранена концентрационная функция. Второе, что мы оцениваем, а как же с функцией разведения? И здесь оцениваем разницу между максимальной и минимальным удельным весом. И если он составляет 8-10, опять же, мы чаще ориентируемся на цифру 10, то это говорит о том, что почки адекватно разводят мочу. И третье, оцениваем объем дневного и ночного диуреза. В норме дневной диурез составляет 2/3-3/4 от суточного диуреза. Давайте посмотрим на примере одного из детей. В общем анализе мочи у ребенка постоянно отмечалась очень низкая плотность мочи. Кроме того, у ребенка отмечалась полиурия, полидипсия. И мы видим, что в общем анализе, кроме как к количеству белка, особо придраться не к чему. Ребенок сдает пробу Земницкого, и мы видим, что максимальное значение плотности мочи удельного веса 1001-1002 – это гипостенурия. Мы видим, что ночной диурез почти приближается к дневному и еще имеет место никтурии.
Что бы это могло быть за заболевание? Ну, у ребенка еще был сделан и биохимический анализ крови, где была выявлена азотемия, повышение мочевины и креатинина. И я хочу обратить ваше внимание, что именно при одном заболевании, которое называется нефронофтиз фанкуни, бывает абсолютно нормальный анализ мочи. Единственное, что низкий удельный вес всегда – это вот нефронофтиз фанкуни. Запомните это заболевание, оно, правда, очень редкое, но, может быть, кому-то в своей практике когда-то и придется с ним встретиться. А следующий ребенок, мы видим, что у ребенка имеется также снижение плотности удельного веса мочи, но у этого ребенка, кроме других проблем, в общем анализе мы видим большое количество оксалатов. И также проводим этому ребенку анализ мочи по Земницкому. Мы видим, что максимальный удельный вес 1009, минимальный 1004. То есть у ребенка гипоизостенурия. Гипоизо, потому что есть одно значение 1009, остальные все гипо. Гипоизостенурия, его нет белка. Но и также мы видим, что у ребенка есть нектурия, поскольку ночной диурез приближается к дневному. И учитывая то, что у него оксалаты 4 плюса, ребенку была выполнена обзорная рентгенография брюшной полости, выявлена мочекаменная болезнь, коралловидный камень в правой почке и единичные камни в левой почке. В последующем этому ребенку было проведено молекулярно-генетическое исследование и подтвержден диагноз первичной гипероксалурии первого типа. И в данном случае интерстициальные повреждения почек на фоне мочекаменной болезни и обусловили снижение концентрационной функции почек. У нас бывает ситуация, когда в пробе Земницкого вот есть какие-то промежуточные значения, например, 1015, 1016, да, нам бы хотелось 1020, но этой цифры нет. Если это ребенок лежит в клинике, я обычно всегда говорю молодым докторам: ребята, пока ничего не делайте, полистайте, пожалуйста, историю. И если вы в каком-то из анализов мочи, в истории болезни видите цифру 1020, больше ничего не надо делать. У ребенка нормальная концентрационная функция. Но если вы представили историю или амбулаторную карточку, где есть свежие анализы мочи, таких цифр не нашли, как 1020, тогда необходимо провести пробу Фольгарта на концентрацию. Она всем хорошо известна как проба с сухоедением. Тут очень важна тоже методика проведения этой пробы. С вечера у ребенка ограничивается прием жидкости, который наблюдается в течение 8-14 часов, то есть до утра. Утром ребенок просыпается, не принимает жидкость и сдает одну за другой порцию мочи. И в каждой из порций мочи оценивается удельный вес. При этом ребенок не пьет. Если, например, он проснулся и в первой же пробе там есть цифра удельного веса 1022, то все, мы останавливаем пробу, говорим, что концентрационная функция почек у ребенка сохранна. Или, допустим, во второй или в третьей порции будет такая цифра. Как только мы ее достигли, на этом проведение пробы останавливается. Но что касается деток дошкольного возраста, они плохо переносят ограничение жидкости, поэтому если отмечается ухудшение самочувствия, и у них возникает жажда, то мы не можем ограничить ребенка в жидкости, мы ему даем эту жидкость и прерываем эту пробу. Но также необходимо помнить, что есть противопоказания для проведения этой пробы. Это преддиализная стадия хронической болезни почек, это состояние с дегидратацией организма, с тяжелой артериальной гипертензией, это если у пациента имеется сердечная недостаточность тяжелая, а также если имеются инфекции мочевой системы. Когда же мы можем ожидать снижения концентрационной функции у пациентов? Ну, это при несахарном диабете, как центральном, так и почечном. Это при поражении дистальных канальцев, это вот те самые пилонефриты, которые относятся к бактериальному интерстициальному нефриту или небактериальные интерстициальные нефриты. И начиная с третьей Б-стадии хронической болезни почек, мы можем уже видеть снижение концентрационной функции. Следующий параметр, который оценивается, это глюкоза мочи. В норме моча не содержит глюкозы, поскольку она полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах. Но для реабсорбции глюкозы необходим переносчик, который также необходим для поступления натрия внутрь клетки. Натрий поступает пассивно, но чтобы был градиент, по которому он поступает в клетку, работает еще один насос, который энергозависимый, это натрий-калиевый насос. Натрий уходит с клетки, здесь образуется снижение его концентрации, и, естественно, натрий движется сюда,
Вместе с натрием движется и глюкоза, так называемый натрий-зависимый транспортер глюкозы работает. И количество этих самых транспортеров у каждого человека индивидуально, и оно ограничено. Поэтому при оценке глюкозурии есть такое понятие, как почечный порог. Это когда все транспортеры заняты глюкозой, и повышение уровня глюкозы в моче выше возможности этого количества транспортеров приводит к тому, что она оказывается в конечной моче. Такой почечный порог составляет 8,9-10 ммоль на литр для глюкозы в крови. И, как я уже сказал, он является индивидуальным для каждого человека. Вот, например, у детей и беременных женщин этот порог почечной глюкозы может быть меньше 7, и тогда уже при цифрах меньше 7, например, там, допустим, 6,5 ммоль на литр, уже может появиться глюкоза в общем анализе мочи. Глюкозурию мы диагностируем при концентрации глюкозы в моче более 180 мг на децилитр или 9,9 ммоль на литр. Когда же мы можем видеть эту самую глюкозурию? Две наиболее частые причины – это сахарный диабет и почечная глюкозурия, которая связана, может быть связана с канальцевыми повреждениями, прежде всего проксимальных канальцев, при остром тен, при первичной глюкозурии, при синдроме Детоне-Дебре-Фанконе и других. Хочу обратить ваше внимание, что, опять же, если у пациента нет никакой клиники, совершенно где-то при профосмотре сдают общий анализ мочи, вдруг выявляется там 1 плюс или 2 плюса глюкозы, то нет смысла что-то делать, каких-то резких движений. Ну, вы, скорее всего, будете волноваться, поэтому можете посмотреть глюкозу в крови с пальчика, да. Если же вы видите, что все хорошо, то самый правильный вариант – это на следующий день попросить пересдать анализ общей мочи. И жизнь показывает, что больше чем в 50% случаев в повторном анализе все будет хорошо. Если же все-таки в повторном анализе глюкоза сохраняется, 1, 2 плюс или больше, и при этом вы назначили уровень глюкозы натощак, и этот уровень нормальный, вот тогда вы думаете именно о почечной глюкозурии. Как это выглядит на практике? Вот, пожалуйста, пациент, также пациент нашей клиники, поступил в отделение реанимации, и вот такой анализ мочи. Мы видим 3 плюса глюкозы, но вот нам подсказывает еще наличие кетоновых тен 4 плюса о том, что это, скорее всего, сахарный диабет, причем ребенок поступает дегидратированный, с полиурией, полидипсией, с потерей массы тела, там более 5 килограмм за последние 2 недели. И при определении уровня глюкозы в крови мы видим этот уровень 31. И у ребенка уже вот только по этим анализам мы можем поставить диагноз сахарного диабета первого типа, впервые выявленный, декомпенсированный. А вот второй ребенок, мы видим, что все абсолютно неплохо, да, в анализе мочи, кроме наличия глюкозы. Что мы делаем этому ребенку? Мы смотрим ПЧС, смотрим уровень глюкозы в крови 5,3. Прекрасно. То есть это глюкоза, которая не связана с диабетом. Второе. Мы собираем суточную мочу. Мы видим, что тоже потери глюкозы суточной мочой большие. Мы видим, что нет повреждений гломерулярного фильтра. Альбумин в моче суточной в норме. Так же, как и суточный белок. Другие исследования показали, что кроме как глюкозурии у ребенка ничего больше нету. При этом эта глюкозурия никак не оказывает влияния на его развитие и на появление каких-то симптомов. У ребенка был выставлен диагноз первичной почечной глюкозурии. Такое тоже бывает, тоже очень редко. А следующий параметр, который очень важный и который мы всегда оценим, это наличие белка в моче. Все мы хорошо знаем, что в общем анализе мочи допускается наличие белка 0,33 тысячные, то есть 0,033 грамм на литр. Хочу подчеркнуть, что если исследование проводится с помощью сульфосалицилового метода, на сегодняшний момент наиболее точным является для оценки именно нижней границы потери белка, это пирогололовый тест, и там нижняя граница нормы составляет 0,094 грамм на литр. Поэтому обращайте внимание, каким методом ваша лаборатория определяет белок в общем анализе мочи. Кроме общего анализа мочи, степень или количественной потерю белка мы можем оценивать двумя способами, да, или способами, правильно.
это наиболее точная суточная потеря белка. И для того, чтобы сказать, что она патологическая, должна быть потеря больше, чем 96 мг на метр квадратный в сутки. Ну, сразу привожу цифры нефротической протеинурии. Или второй вариант, он чаще всего используется как скрининговый, и основной у маленьких деток, где очень сложно бывает собрать суточную мочу, это потеря белка в разовой порции мочи, где используется соотношение белок к креатинину. Так вот, если оно больше, чем 0,2 грамм на грамм креатинина, мы говорим о патологической протеинурии, нефротической, вы также видите на слайде. Что касается деток до 2 лет, то мы видим, что у деток до 6 месяцев и с 6 до 24 месяцев цифры белка, потери белка у маленьких детей это суточно, а 6,24 это в разовой порции мочи мы видим, они существенно выше, чем у детей старше 2 лет. Кроме того, если в общем анализе мочи мы видим цифру белка меньше, чем 0,5 грамм на литр, мы также должны оценить альбуминурию. И протеинурия, и альбуминурия относятся к факторам повреждения почек и необходимы для диагностики хронической болезни почек. Так вот, альбуминурию у детей старше 2 лет считается патологической, если она больше 30 мг в сутки или больше, чем 30 мг на грамм креатинина в разовой порции мочи. Как мы это оцениваем? Для того, чтобы в диагнозе выставить, кроме стадии ХБП, еще и градацию по альбуминурии, мы оцениваем альбуминурию вот по этим таблицам. Если умеренная, повышенная, раньше мы говорили микроальбуминурия, сейчас это не рекомендуется, рекомендуется говорить альбуминурия. И вот раньше, если мы говорили микроальбуминурия, то сейчас мы говорим умеренно повышенная альбуминурия, и цифры ее представлены, или значительно повышенная. Но не во всех клиниках есть возможность определить альбумин, но градация все-таки на степень протеинурии и альбуминурии в диагнозе должна быть. Тогда мы можем использовать вот эту таблицу. Это соотношение стадий альбуминурии и альбуминурии в зависимости соотношения альбуминурии и протеинурии. Да, как это работает? Например, у вас нет возможности определить суточную экскрецию альбумина, а есть только возможность определить суточную экскрецию белка. Так вот, А1 будет при потере меньше 150 мг в сутки, А2 150-500 и более 500 А3. Да? Если же у вас есть возможность определять альбумин, ну, во-первых, еще хочу остановиться, когда, у кого есть смысл определять альбуминурию. Это у пациентов, у детей, у которых есть артериальная гипертензия, это у пациентов с сахарным диабетом, это у пациентов, которые перенесли многократно и имеются рецидивирующие пиелонефриты, которые после себя оставляют рубцовые изменения, да, и это пациенты после перенесенной острого почечного повреждения, особенно если они получали диализную терапию. Вот у этих пациентов есть смысл оценивать степень альбуминурии и отражать его в диагнозе. Как мы это делаем? Мы в повторных двух анализах определяем соотношение альбумин к креатинину. Если в первом анализе все нормально, то второй анализ мы не делаем. Если же в первом анализе он повышен, то смотрим второй анализ. Если же он также повышен, то есть мы понимаем, что есть альбуминурия, для более точной оценки потери альбумина с мочой необходимо собрать суточную мочу и оценить именно суточную потерю альбумина. Это вам будет очень важно для динамики изменений, поскольку вы будете это состояние лечить, и именно суточная альбуминурия будет вам показывать, насколько эффективна ваша терапия. Итак, вот хочу показать вам, что вот сульфасалициловый метод определения белка, и вот у него границы, скажем так, нормы, да, у здорового человека. И пирогололовый тест у него немножко другие. Но хочу также подчеркнуть, что верхние границы для определения патологической протеинурии не меняются при этих методиках, изменяется только нижняя градация. Давайте посмотрим несколько клинических примеров. Я когда обсуждаю эту тему с студентами или с молодыми докторами, при обсуждении темы нефротического синдрома спрашиваю, ну, сколько должно быть потери белка, чтобы поставить этот диагноз. И всегда первое, что мне говорят, это потеря 3,5 грамм в сутки. Да? Но я понимаю, что для взрослого, да, это действительно так, а вот как же быть с детьми? Да? И вот мы видим ребенка, у которого в общем анализе мочи
всего лишь 0,67 грамм на литр потери белка. Да? Причем хочу обратить внимание, у ребенка 1 год, ребенок весит 10 килограмм. Так вот, для того, чтобы оценить, какой уровень потери белка, нефротический или все-таки меньше, чем нефротический, мы берем соотношение белок к креатинину. Вот этот белок и вот креатинин мочи. Ну, здесь немножко неправильно подсчитано, поэтому я вот здесь привожу алгоритм, как правильно это необходимо делать. И если у вас не налажена эта система, это будет, я думаю, очень полезно в вашей практике. Итак, нам необходимо перевести креатинин из единицы микромоль в грамм на литр. Для этого надо разделить креатинин на 8840. И мы получим вот этот самый креатинин в этих единицах. Делим 0,7 белка на 0,14 и получаем, что у ребенка в общем в разовой порции мочи белка теряется 5 грамм на грамм креатинина. А как я уже показывал на предыдущем слайде, это соответствует нефротической протеинурии. Да? Вот чтобы вы понимали, что в данном случае у ребенка действительно нефротический синдром. Я немножко потом на этом случае остановлюсь. Таким образом, что мы делаем, чтобы все это правильно оценить? Итак, вот мы первое, что уже говорили, смотрим. Если в общем анализе мочи есть повышение белка выше референтных значений сульфасалициловых и прогололовых методов, дальше мы определяем соотношение белок-креатинин в первой утренней порции мочи. Если он повышен, то мы можем еще в повторном анализе посмотреть, если он тоже повышен, то тогда, так же, как и для альбумина, оцениваем суточную потерю белка с мочой. Ну и, как я уже тоже говорил, если потеря белка меньше, чем 0,5 грамм на литр или 0,5 грамм в сутки, также необходимо оценить и суточную потерю альбумина. Следующий момент, что касается альбуминурии. Да, я тоже здесь привожу этот пример. Вот если некоторые говорят, зачем нам это соотношение? Мы просто посмотрим альбумин в разовой порции мочи, и нам этого будет достаточно. Вот посмотрите, да, вот эта цифра альбумина при потере в разовой порции мочи. Но если мы берем соотношение, мы видим, что это в полтора раза отличается. Алгоритм такой же, как для соотношения белок к креатинину. И мы видим, что у этого ребенка потеря 144,3 миллиграмм на креатинин, это соответствует умеренно повышенной альбуминурии. Бывает так, что в общем анализе, в присуточной потере белка его вообще нету, то есть ноль, но при этом есть альбуминурия. В данном случае мы можем сказать, что это один и тот же ребенок, что из 180 миллиграмм белка, который ребенок теряет за сутки, 144 из них являются альбумином, что говорит о сильной протеинурии, о чем я скажу также чуть-чуть позже. И мы у этого же ребенка оцениваем суточную потерю альбумина. Мы видим, что цифры соотношения альбумин к креатинину и суточная потеря белка очень близки по своему значению. Поэтому мы этим пользуемся, и это очень помогает нам, как я уже говорил, вести ту группу пациентов, которой требуется определение именно альбумина и белка. Итак, белок в моче. Он бывает прореональный, ренальный и постреональный. Что значит преренальный? Дело в том, что через гломерулярный фильтр фильтруются низкомолекулярные белки, и в норме они все реабсорбируются в проксимальных канальцах. Но если по каким-то причинам этих белков низкомолекулярных образуется очень много, канальцевый аппарат не справляется с реабсорбцией всего этого белка, и этот белок появляется в конечной моче. Когда такое может быть? Это может быть при протеинурии Бенц-Джонсона, да, когда выделяются легкие цепи моноклональных иммуноглобулинов, например, при миелонной болезни. Опять же, это прерогатива взрослых, не детей. Ну вот гемоглобинурия, например, при острой гемолитической анемии или ночной пароксизмальной гемоглобинурии, такие состояния бывают. Миоглобинурия, да, краш-синдром, при краш-синдроме или судорогах. Я также вспоминаю в своей клинической практике мальчика, подростка, 17 лет, он залез, где-то там во что-то игрались, перелез через забор на какую-то стройку. Ну, его решили наказать строители, они заставили его приседать. И он там, я не знаю, там 500 или сколько-то раз он присел, и после этого у него моча стала коричнево-бурого цвета. И ребенок оказался у нас в клинике с миоглобинурией и с острым почечным повреждением.
Это вот вопиющий случай, который на всю жизнь остался в моей памяти. Но, слава богу, у ребенка потом все было хорошо, все восстановилось. Но, опять же, это огромный стресс для ребенка. Ну, например, может также быть и лизоцимурия, например, при болезни Ходжкина. Что касается ринальной протеинурии, я о ней остановлюсь чуть-чуть позже. Сейчас поговорим о постринальной. Это бывает редко, но бывает. Это выделение с мочой слизи и белкового эксудата при воспалении мочевых путей или при кровотечении. Здесь имеется в виду нижние мочевые пути, то есть мочевой пузырь, уретра. И маркером вот этого вот самого постринальной протеинурии может быть бета-2 макроглобулин мочи. Это крупная молекула, но обязательно надо смотреть и альбумин мочи. Если есть только повышен только бета-макроглобулин мочи, да, тогда это будет говорить о постринальной протеинурии. Но если же при этом будет и много альбумина, то, скорее всего, это будет говорить о неселективной протеинурии, и что этот белок все-таки фильтруется в больших количествах при тяжелом повреждении гломерулярного фильтра. Следующий момент. Итак, мы поговорим о ринальной протеинурии, тубулярной, гломерулярной и смешанной. Я уже говорил, что все низкомолекулярные белки в норме реабсорбируются. Если у нас имеется в канальцевом аппарате почек, если имеется поражение этих самых канальцев, то не весь белок реабсорбируется при его нормальном синтезе в организме, и он появляется в конечной моче. Кроме того, при некоторых состояниях бывает выделение белка из поврежденного эпителия самими канальцами. Ну, в общем-то, не в большом количестве. И вот здесь есть маркеры этой самой тубулярной протеинурии. Я не буду их всех озвучивать. Скажу, что чаще всего мы в нашей клинической практике мы пользуемся бета-2 микроглобулином мочи. Когда же может отмечаться эта самая тубулярная протеинурия? Это при тубулоинтерстициальных заболеваниях бактериальных, таких как пиелонефрит, или небактериальных, как ТИН, при отравлении тяжелыми металлами, опять же, сопровождается повреждением канальца, при остром канальцевом некрозе, при отторжении почечного трансплантата, тубулопатиях. Гломерулярная протеинурия, ну, это, наверное, наиболее частый вариант протеинурии, она бывает селективная и неселективная. Что же это такое? Селективная – это когда имеется минимальное повреждение гломерулярного фильтра, в моче появляются белки с молекулярной массой больше, чем 65 килодальтон, но меньше, как правило, 100 килодальтон. Это альбумин и трансферин. Чаще в клинической практике мы, конечно, пользуемся определением альбумина, опять же, к нему возвращаюсь. Да? Когда это может быть? Это может быть, например, при нефротическом синдроме с минимальными изменениями. Что же такая неселективная протеинурия? Это, как правило, когда имеется тяжелое повреждение гломерулярного фильтра и когда теряется селективность в отношении размера фильтруемых белков, они больше 100 килодальтон, и их заряда. И здесь чаще всего из таких крупных молекул является иммуноглобулин G. Это, кстати, также может отмечаться при том же нефротическом синдроме с минимальными изменениями. И если мы посмотрим уровни иммуноглобулинов, как правило, у этих пациентов уровень иммуноглобулина G существенно снижен. Также это может наблюдаться при более тяжелых повреждениях, таких как смешанная форма гломерулонефрита или люпус нефрит. И бывает смешанная протеинурия и тубулярная, и гломерулярная, и тогда мы в моче увидим весь спектр от крупно до средне- и низкомолекулярных белков. Например, это может быть при каком-то из вариантов быстро прогрессирующего гломерулонефрита. Итак, какие же белки и вот почему они теряются? Я просто привожу их молекулярную массу, чтобы немножко было нагляднее и понятно. Итак, тубулярная протеинурия, если он теряется, вот эта группа белков, и, как я говорил, самым маленьким из них является бета-2 микроглобулин. И гломерулярная, опять же, если теряется вот эта группа белков, то мы говорим о селективной, а если теряются и крупные молекулы, например, тот же альфа-2 макроглобулин или иммуноглобулин G, то мы уже говорим о неселективной протеинурии и, как правило, смешанная, если мы видим все варианты этих белков в моче. Итак, как мы будем проводить дальнейший диагностический анализ протеинурии у ребенка? Причем это, хочу подчеркнуть, пока мы можем делать на амбулаторном этапе, для этого не требуется госпитализация. Да? Итак, мы первое, что оцениваем, это протеинурия постоянная или транзиторная. Про транзиторную я немножко чуть позже скажу.
Дальше, если это постоянная протеинурия, мы оцениваем тубулярная или гламурулярная. И отдельным пунктом стоит ортостатическая протеинурия, на которой я также остановлюсь, потому что это очень важно в определении в последующем тактике лечения, если выявляется это состояние. Если есть гламурулярная протеинурия, мы должны определить, она изолированная или она все-таки ассоциирована с нефротическим синдромом, с нефритическим синдромом или с хронической болезнью почек. Ну и тубулярная или связана с прерональной, как при миелонной болезни, например, или тубулярными повреждениями, как, например, при болезни Дента. Если мы выявляем транзиторную или ортостатическую протеинурию, то, в общем-то, лечение не требуется и даже не требуется какого-то дополнительного дообследования. Если же мы выявляем изолированную протеинурию или протеинурию уже при хронической болезни почек, как правило, там, начиная с третьей стадии, не обязательно третья, в зависимости от причины заболевания, но чаще всего они все будут требовать назначения ренопротективной терапии в виде ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента или блокаторов к рецепторов ангиотензина 2. А вот та группа состояний, которая выделена серой зоной, это уже та группа, которая будет требовать, вы можете ее оценить или диагностировать на амбулаторном этапе, но для более углубленного изучения и уточнения диагноза и назначения правильного лечения пациенты вот с этими вариантами протеинурии должны быть госпитализированы в нефрологическое отделение для углубленного исследования. Итак, транзиторная протеинурия. Очень важно об этом помнить, что альбуминурия, протеинурия может быть при инфекции мочевых путей, при повышенном потреблении белка с пищей, при застойной сердечной недостаточности. Это может быть при лихорадке, при тяжелой физической нагрузке, если она предшествует 24 часа до сдачи анализа. Это может быть при менструации и гинекологических заболеваниях, при приеме лекарственных препаратов. Поэтому в первую очередь, если вы увидели в анализе мочи эту самую протеинурию, вы должны исключить вот эти состояния. Второе, что вы будете оценивать, это наличие ортостатической протеинурии. Причем чаще всего ортостатическую протеинурию необходимо оценивать у пациентов дошкольного и школьного возраста, в периоды вытягивания, это, как правило, там 6-9 лет и уже в последующем там 11-15 лет. Ну, может быть, в общем-то, и при различных, отмечается в различные другие возраста. Что мы подразумеваем под ортостатической протеинурией? Она определяется при потере общего белка более 100 мг на метр квадратный в сутки, в общем-то, как обычная патологическая протеинурия, да, но при нормальной, вот здесь самое важное, при нормальной экспрессии в положении лежа менее 4 мг на метр квадратный в час. При ортостатической протеинурии, как правило, не бывает потерь белка в сутки больше, чем 1 грамм. Это тоже, на это важно обратить внимание. Необходимо четко соблюдать методику проведения этой пробы. Вечером, накануне проведения пробы, ребенок перед тем, как лечь спать, опорожняет мочевой пузырь. Утром, не вставая с постели, это в идеале, ну, чаще так не бывает, все-таки рекомендуем тогда тихонечко, медленно, без резких движений, пойти в туалет и сдать первую порцию мочи. А затем ребенок принимает 200-300 мл жидкости. И после этого необходима физическая нагрузка в вертикальном положении в течение 10-15 минут. Мы, как правило, рекомендуем, если это многоэтажный дом, чтобы ребенок вышел на лестничную площадку и на одной, попеременно на одной, на второй ноге прыгал и поднимался там несколько этажей выше, несколько этажей ниже. После этого ребенок возвращается домой и сдает вторую порцию мочи. А положительно является проба в том случае, если в первой порции мочи белка не было, а во второй он появился, значимый, больше, чем норма, или в первой порции отмечалось увеличение белка, а во второй порции также отмечалось увеличение, но больше, чем в два раза, чем в первой пробе. Как это выглядит на практике? Вот смотрите, ребенок первый, девочка 10 лет. В первой порции методом пироголова мы видим, что уровень белка на 0,54, норма 0,094, как я уже говорил, то есть это норма. Второй момент, после нагрузки у нее значимое повышение белка, однозначно у девочки есть ортостатическая протеинурия. Второй момент,
в первой порции у ребенка уже имеется повышенный белок 0,167 грамм на литр, также пирогололовый тест, но посмотрите, насколько сильно он на потере его увеличилась после физической нагрузки. Здесь тоже, вероятнее всего, будет потеря белка ортостатическая. Иногда бывают вот эти варианты очень сложные, когда в первой порции есть белок, да, что вы можете предпринять? Вот смотрите, здесь 167 миллиграмм, да, в первой порции. Можно посчитать, что, допустим, если он помочился в 10 часов вечера, а первую порцию сдал в 7 утра, это 9 часов. Так вот, мы можем вот эти 167 миллиграмм разделить на 9 часов, да, и разделить на метр квадратный. Получить, сколько в час ребенок в горизонтальном положении терял белка. Это один из вариантов. И второй из вариантов, когда есть сомнения, мы всегда еще проводим просим ребенка собрать суточную потерю белка для того, чтобы оценить. И иногда бывает так, что вот мы видим вот такую картинку при ортостатической протеинурии, а при суточной потере белка видим норму или там небольшое совершенно повышение. Это тоже говорит в пользу именно ортостатической протеинурии. Почему важно это определить? Вот покажу на вот этом примере. Это анализ на ортостатическую альбуминурию. Ко мне обратились наши коллеги-эндокринологи. Под их наблюдением находился мальчик 12 лет с сахарным диабетом, старше диабета 3 года. Мальчишка все совершенно соблюдал в плане назначений. У него прекрасно нормальный уровень гликозилированного гемоглобина, что говорило о том, что все, он соблюдает режим введения инсулина. И поставить диабетическую нефропатию через 3 года такому ребенку, ну, не укладывалось это в голове. И мы начали его обследовать на ортостатическую альбуминурию. Почему? Потому что эндокринологи очень часто именно пользуются определением альбумина в моче. И вот они увидели вначале в разовой моче повышение, потом в суточной, и вот они отправили к нефрологу. И я попросил его сдать две пробы. Первая проба, мы видим уровень 138 миллиграмм в литре. После нагрузки она еще больше. Но уже смущает то, что в первой порции очень большая цифра. И вот здесь я обращаю вас к правильному сбору этой самой пробы. Я поинтересовался у него, у мальчика этого, как он собирал эту мочу. И он мне рассказывает, что вечером в 9 часов он опорожнил мочевой пузырь. Потом его позвали на улицу, они еще где-то там поигрались, побегали. Потом он пришел домой, лег спать и сдал этот анализ. Первую и вторую пробу. Что вытекает из этого? Это то, что ребенок после опорожнения мочевого пузыря имел нагрузку физическую, и это белок не что иное, как результат физической нагрузки. Мы попросили его сделать все правильно, то есть перед тем, как лечь спать, опорожнить мочевой пузырь и сдать только первую пробу на альбумен. И вот он сдал эту одну пробу, и мы видим цифру 14. Что это нам дало? Первое, то, что у ребенка исключена диабетическая нефропатия. Второе, то, что ребенку не требуется назначение ренопротективной терапии, то есть годами назначение ингибиторов АПФ или блокатора рецепторов К-ангиотензину 2. Третье, ортостатическая протеинурия не требует какого-то лечения, кроме ограничения занятий тяжелым физическим трудом и профессиональным спортом. Поэтому вот обращаю ваше внимание на то, насколько это важно, и вот эти вот исследования. Все они могут выполняться в амбулаторной практике. Следующий момент, о котором мы уже затрагивали, это градация протеинурии, альбуминурии при хронической болезни почек. Да, когда мы формулируем диагноз, на первом месте мы всегда ставим нозологический почечный диагноз, на втором стадию хронической болезни почек в зависимости от скорости клубочковой фильтрации, на третьем индекс альбуминурии, протеинурии. И на четвертом, если ребенок получает заместительную почечную терапию, то ставим буковку D, если диализ, или буковка Т, если трансплантация. Ну как это выглядит? Тут буквально два примера. Например, врожденная аномалия мочевых путей и почек, что соответствует пузырно-мочеточниковому рефлюксу третьей степени, ХБП, стадия 1, и А1 – это индекс альбуминурии, то есть у него нормальная потеря альбумина.
или белка, если не было возможности определять альбумин. Ну и во втором случае мы видим гломерулонефрит, морфологический его вариант, нефротическую форму, и видим, что у ребенка функция 3А, стадия 3А, и имеется тяжелая выраженная альбуминурия. Таким образом, я хочу закончить свою презентацию и очень надеюсь, что та информация, которая была представлена, будет полезна в вашей практической деятельности. Спасибо за внимание. Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Сирано образование станет ближе и удобнее.